Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и я продолжаю проходить игру под названием Layers of Fear, или же Слои Страха. Ну что ж, продолжаем мы с вами путешествовать по дому нашего чокнутого художника. Что же тут написано? Форма возникает. Что это значит? Ой, какая приятная музыка, а? Как будто прям все хорошо, замечательно. О как! Вы помните, в предыдущей серии здесь слева было все завалено. А сейчас здесь дверь просто заколотили цепями. Ни хрена себе, это как так? Ну, понятное дело, ты не сможешь открыть эту дверь. Опа, там что-то есть. Ну-ка. Да посмотри же ты. Я не могу почитать почему-то. Потомство грызунов. Я вижу, как шевелится грязь. Почва сгнила, больше ничего не растет. Ну что-то в этом есть. Фу, я вздрогнул. Что за дурак просто открыл и кинул в вазу? В предыдущей серии мы с вами прямо ходили. А сейчас здесь все, вон, загородили проход. Ой, как я вздрогнул, япон мать. Я надеюсь, вы смотрите это ночью. Я играю ночью, учу. Все по правилам хоррора. Играть ночью в наушниках. Здорово, усатый. Я тебя где-то видел. Как это объяснить? Почему от меня пианино бегает? Что это за бред? Пианино, не дури. Что-то мне как-то опять не по себе, блин. Я вроде как... сел, думаю, ну все, я настроен. Не обосрусь. Нифига подобного, вот уже страшновато что-то мне. О, мальчики! Который вдруг проснулся в пещере. Там же он обнаруживает загадочную записку и пистолет, а затем преодолевает путь через различные препятствия. Леса, поля, реки. Наконец он натыкается на небольшую лачугу. И тут оказывается, что все вокруг плод его подсознания. Потрясенного детской травмы. Он убил парня, который погубил его отца. В настоящем же мире он все это время пускал слюни, лежа в психушке. Понимаешь? Такой поворот. Конечно, в диковинку. Но, думаю, народу понравится. Можешь накидать мне эскизов? Если ты заинтересовался, я вышлю подробности. Честно говоря, я хочу, чтобы именно ты взялся за эту работу. Это принесет хороший доход, да и к тому же ты отвлечешься от, ну, знаешь, всего остального. Пожалуйста, ответь мне как можно скорее. Томас Калдвелл. Кто это такое? Кстати, не ты ли Томас Калдвелл, признавайся? Чуть за звук был? Все нормально. Кстати, музыка прекратилась, мне это не нравится. Я ненавижу тишину. Я люблю, когда хотя бы музыка какая-нибудь играет. Опять шкаф, блин, в котором книги. Это, конечно, как-то необычно и странно. Я такое, честно говоря, ни в одной игре не видел. Опа. Там кто-то сидит. Ой, чуть мне не по себе. Там, короче, кто-то сидит или стоит за окном. Ух, мурашки что-то бегают. А что такое-то? Вроде ничего страшного не происходит. Чего? Я сейчас повернусь, там что-то будет сзади меня. И надо тазик подставить под себя вновь. Творческий кризис. По-любому сейчас я повернусь, что-то произойдет, да? Жесть.
Выход есть. Чё, кто разбивает? Ой, блядь. Кукла повесилась. Какой кошмар. Фу, я не пойду туда. Блядь, мне придётся туда идти. В смысле? Вот тут технологии, блин, в игре, офигеть. Просто раз и уже в какой-то комнате нахожусь. Такое чувство, как будто кто-то на этой кровати лежит, видите, вмятина. Но, как бы, тело не видно, но какой-то призрак лежит. Ключ нужен. Да ладно, у меня нет ключа. Опа. Что это значит? Июнь, не забудь. 9 июня. А что это должно быть 9 июня? Ну, бери ты. Женщина, вы прекрасна. Это вообще уснула. Что за фигня? А чё, как мне открыть-то? У меня нет ключа. Ладно, откроем дверь. Ой, я ненавижу эту игру. Это вам не Obscurities, вот я сразу признаюсь. Эта игра... У нее другой подход. У нее внезапность и какая-нибудь хрень сзади. Вот на этом вся игра создана. И тишина. Вот самое отвратительное это тишина. Фу, эта игра страшнее, я скажу честно. Obscurities нервно курит в сторонке. Да возьми это письмо. 15 сентября. Сегодня еще больше записок, даже хуже, чем до этого. Самое грустное то, что я согласен с каждым словом. Убери ты это письмо. Фу. Все хорошо. Оба, мы вернулись в этот холл. Теперь справа вообще все забито книгами. Это вообще бессмысленно открывать вот эти полочки. Зато теперь мы можем налево пойти и прямо. Пойдем налево. Мы туда ни разу не ходили. Откройте дверь. О, как. Ключ. Ебон, мать, это как я должен туда залезть? Ой, а что так много проходов-то? Тут нужен ключ. Если что, наш главный герой бегать не умеет, я напомню, тем людям, которые... Красиво. Да вообще, кстати, в хоррорах бегать немножечко глупо. В хоррорах, наоборот, надо ходить медленно, все что-то вот смотреть, изучать. Наш главный герой, если что, бегать вообще не может. Он у нас хромает. У него протез, как я понял. А как я туда залезу? Тут надо, вот, скорее всего, вот эту лестницу подвинуть. Да, ее в натуре надо подвинуть. Но перед тем, как я подвину, я бы хотел осмотреть. Здесь все, включи свет. Блять, больно спокойно и странно это. Ты можешь сесть? Он садиться даже не умеет. Какие-то записульки, но он вроде как их читать не хочет. Либо я что-то не понимаю. По-любому я сейчас двигать начну, как ни хрень произойдет, да? Спокойно. Давай залази. Что-то происходит. Подожди. Ключ. Чё упало? Ключ... это же от той двери он, да? Пойдем назад. Та дверь подождет. Блин, вообще мне стрёмно. Я вообще сейчас прям очкую реально. Ненавижу тишину. Ну почему нельзя музыку какую-нибудь поставить?
Какая жесть. Кто же выколол? Ну тут не как бы специально это сделали, да? Блин, что-то происходит. Я вам отвечаю. Кто-то ходит или... Или кажется. А если бы вот я не вернулся, пошел бы вперед, то что? Я пропустил бы вот эту фотографию? Да, мужик? Тихо. Тихо, все нормально. Да-да. Что за отвратительный звук? Ой, он приближается. Это ты балаболишь? Зажевал его немножечко. Ой, кругами хожу, вы представляете? Скримерочек будет, да? Надо быть готовым. Извините, конечно, меня... Ой, телефон вернули. Извините меня за то, что сейчас я скажу. Но мне на секунду показалось, он сказал, хули ты здесь ходишь? Теперь нет телефона. Может, надо трубку поднять? Сколько мне так кругов нарезать? Да я понял. Чего от меня требуют? Может, что-то сделать надо? Что-то не пойму. Вроде как звуки все те же. Ничего не меняется. Ну, в общем, я предлагаю еще два круга нарезать. Если ничего не изменится, то будем думать. Еще один круг давай. А, может, тут момент надо подобрать. Ну, подожди. Вот, видите, сейчас. Ну, возьми ты трубку, а! Он не хочет брать трубку. А если в обратную сторону пойду? О, звук сейчас адекватный. Опа! Упал телефон. Да, слушаю. В смысле, да, слушаю. Он еще названивает. Чего, блядь? Да, слушаю. Да я слушаю, слушаю тебя. Чего вы от меня хотите, не пойму. Вроде как по-другому сейчас все происходит. Сейчас вообще стена здесь. Я угораю над ними. О, дверь появилась. Надо было изначально так сделать. То есть я зря круги нарезал. Ох, япона мать, сколько ж можно бухать, а? Тревожные воспоминания. Чё, блядь? Чё-то он эту дверь не хочет открывать. Ой, какая жесть! Комната, во-первых, вверх ногами. Закрой дверь. Закрой дверь, говорю. Так спокойнее. Это кровь. Я сомневаюсь, что это вино.
Болезненные воспоминания. Свет. О! Это ж как так? Комната перевернулась. Федотыч, здорово. О, что тут написано? Хлопающий ужас. Тихо. Постоянно хлопают крыльями, едят других крыс. Как это объяснить? Что это за бред? Да открой же ты. Как же он здесь трудно открывает? Вот это кошмар. В амнезии это легко сделано. Тут как-то с трудом он открывает это. О, винишко. Опять медали, а расчески, все вот это бестолковщина по всему дому разбросана. О, вот тут-то мы и обосремся. Да-да-да, готов. Опа, назад меня вернул, да? Кто плачет? Ты что сел? Пошли. Ой, олень свалился. Здорово, олень. Все нормально. Ну, глюки. Надежда убивает разум. Поехали отсюда, нафиг. Ай, забываю, дверь надо закрывать же. Закрой же эту дверь, а! Поехали. А, вниз. А, ну правильно, мы же на самый верх ехали в предыдущей серии. Тут на каком-то этаже, кстати, какая-то наркоманка ходила. Я не знаю, кто это. И, кстати, по-моему, на этом этаже, разве нет? Оставь надежду, пока можешь. В любом случае, как ваш адвокат, я должен предостеречь вас от необдуманных поступков. Другими словами, не делайте глупости. У нас еще есть возможность выиграть это дело. Хотите, верьте, хотите, нет. Но я вытаскивал клиентов еще и не из такого дерьма. Просто не усугубляйте ситуацию. Вам нужно залечь на дно, пока я буду обжаловать решение суда. Этот социальный работник определенно точит на вас зуб. Можно его использовать в своих интересах, выставив вас жертвой системы. Скорбящий муж, секундное помутнение рассудка. Переусердствовавшие бюрократы, поверьте, это лучший вариант. Учитывая все, через что вы за последнее время прошли. У нас есть шанс 50 на 50. Но только в том случае, если вы не станете убеждать окружающих, что сошли с ума. Никаких больше выходок, никаких оправданий. А лучше вообще не показывайтесь на людях. Вы еще можете побороться за свою... Че за свою? Короче, кто-то в суд ходил. С кем-то судились. У вас в семье, короче, жесть какая-то была полная. Опа, дверь закрылась. Нормально. Бутылки опять разбитые. О, тут что-то жутко прям. Сердце бьется. А сердечко бьется не спеша. Ладно. Пойдем сюда. Почему ты с собой свечку или фонарь не можешь взять, я не понимаю. Ведь в некоторых местах темно прям жестоко как. Венцо. Там в конце вот что это такое, мне не хочется туда идти. Умывальник? Чего, прости. Ничего себе, ящик целый.
Я могу тут пройти, кстати. Но сперва мы зайдем в туалет и обосремся. Всего лишь кукол плавает. Они тихо плывут, засоряют канализацию. Шерсть в воде. Не буду принимать ванну. Ой, какая жесть. Кукла утонула. Всего лишь. Чё свет-то моргает? Там крысы плавают, теперь мертвые. Пойдем отсюда. Тихо. Мышки, не дурите. Прошу, одумайтесь. Да хорош, что все моргает? Включи ты свет. Не-е-е, закрой на щеколду. Эту дверь неспроста закрыли на щеколду. Это я тебе отвечаю. Там, значит, кто-то есть. Это, ну, плохая идея. Не, здесь никого вроде нет. Помидорчики. В принципе, ничего нету, а для чего она? Это комнатка. Не, в эти игры надо играть не каждый день, явно, в такие вот. Вот в какой-то комнате мы обосремся. Эти щеколды, блин, меня напрягают. Ключ. Зеркало. Что это такое, грибы? Опа. Расхитители тел. Что кормит на мне, изводит мой разум не сбежать все же во тьме. О, мы здесь были. Три двери. Пойдем налево. Стена. Стена. Че, блядь? Назад, что ли? Закрыто. Открыто. Ух, ну, только не надо скримеров. Я знаю ваши любимые, блин, длинные коридоры. Ой, поплыл ты, мужик, поплыл. Ты почем? Куда-то в подвал. Свет есть? Хоть свет есть, уж хорошо. Я вообще не понимаю, как это так? Что с твоим домом творится? Это в твоем подсознании, что ли? У тебя крыша едет, что ли? Я не понимаю вот. Ведь более-менее адекватный был дом, когда мы в первой серии играли. Ой, пиздец, сейчас будет, да? Чё так вибрирует? Фу, отвратительно! Ой-ой-ой, как отвратительный звук, фу. Не могу. Короче, звук пропал. Прям вибрация вот эта. На. Ой, часы пробили. Ровно 10, походу. Вот эта вибрация такая отвратительная. Вот просто опять.
Ну хватит. Письмо. Ну, возьмем. Висящий кошмар. Выжидают, жаждут шерстистые пиявки. Боюсь смотреть вверх. Что это значит? Крыши свали... Ой, крыши, говорю. А, все уже. Язык заплетается. Крысы свалились, говорю. А что делать-то? Назад идти. Я правильно понимаю? Не дури. Давай, давай, хромай уже, иди быстрее. Нет, что-то я должен в подвале, значит, а что я упустил? Что-то, видимо, я упустил. Так, значит, на пианино нажал, что-то там часы пробили. Часы у нас только вон там. Больше их нигде нет. Ох, ебаная мать. Все полетело. Прикольно. Ой. Что происходит? Я могу уйти? Достаточно, достаточно, я пойду. Я думаю, меня не выпустят. А что, если я нажму еще раз? Может, все на места станет. Что я должен сделать? Все пропало. Мне нужно было отделить плоть от кости. Поначалу я растерялся, не представляя, как это сделать. Но потом отпилил ее ручной пилой. Чего? Сварил и положил кость в ступку. Мне пришлось ее достать, потому что раньше я такого, безусловно, не делал. Наконец, я смешал порошок с небольшим количеством белой краски. Вышла отменная грунтовка. Да ты больной вообще просто. Он... Неужто ли он... эту кость у себя взял? То есть сам пилой отпилил себе, может, к примеру, кстати, ногу, а потом поставил себе протез. Или у кого он эту кость взял, я не пойму. Он вообще больной. Он больной в хлам вообще, просто у него крыша поехала. Как с ним жена еще была, я еще не понимаю. Он же больной. Я не понимаю. Ну, сейчас-то выпустит. Спасибо. О, мы вернулись в эту комнату. Тут, кстати, как раз закончим эту серию. В эту игру надо играть понемногу. Ей-богу, иначе с ума сойдешь. О, дневник почитать что-то не... не могу. Ну, давай, чё. Нового тут вроде как ничего нету. Письмо то же самое. Картину надо закончить, он говорит. А, подожди, тут... А, ну это... листы, которые мы нашли уже. Значит, давайте на картину нажмем. Как она изменится, посмотрим. Что это? А, кстати, если посмотреть сбоку, похоже на рыбу. Скажу вам честно. Чем-то похоже на рыбу.
Кость он положил, да? Ой, в общем, я предлагаю закончить на этом серию. А что, если ничего не выйдет? Кто знает, посмотрим через несколько серий. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи, всем пока!